говорить правду, не задевает чувств других людей. Предпочитает проводить время в теплой компании, любит общение и всегда находит тему для разговора. Им важно быть любимыми и единственными. Умеет делать прогнозы на события, духовные личности. Это эмоционально чувствительные и доброжелательные люди. Они стремятся получить хорошее образование и опыт. Они легко преодолевают препятствия, встречающиеся на пути. Стараются сделать мир вокруг себя интересным и забавным. Судьба предвещает этим людям удачную и счастливую жизнь. Выплескивают энергию в то время, когда это допустимо. Стремятся к роскошной жизни и социальному статусу. Обожают дарить подарки и делать широкие жесты. Наделены развитой интуицией, выявляют критичные явления. Для них важны имидж и общественное мнение. Умеют заботиться о своем здоровье, изучают медицину. В общении эти личности дружелюбны и обаятельны. Судьба всегда ставит их перед возможностью выбора. Эти люди хотят быть красивее или умнее других. Эти люди обладают от природы живым воображением. Уверенно преодолевают препятствия и удары судьбы. Эти люди любят проводить время в путешествиях и общении. Редко останавливаются на одном вузе. Учение для них свет. При рождении они получают много талантов и способностей. Этим людям нужна серьезная почва для деятельности. Отличные собеседники, интеллектуальные личности. Это самоуверенные и целеустремленные личности. Выбирают друзей с высоким социальным положением. Умеют успокоить коллектив корректными фактами. Готовы бескорыстно помогать близким и незнакомцам. Это пунктуальные, вежливые и нерешительные личности. Перед решительным шагом они долго присматриваются. Умеют спокойно анализировать ситуацию и включают логику. Они готовы на романтические поступки ради любимого человека. Они переживают за свою репутацию и следят за собой. Эти люди постоянно исследуют окружающий мир. Из них получаются также успешные психоаналитики. Они много работают и повышают свое мастерство. Людям нравится их живой и пытливый ум. Они охотно поддерживают корпоративную культуру и собрания. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.